Мать убила дочь. Трагедия произошла в Муроме. По версии следствия, ночью 1 ноября 41-летняя женщина, находясь в состоянии психического срыва, нанесла себе ножевые ранения, а затем пыталась ранить ножом 12-летнюю дочь. Девочка смогла позвонить отцу, тот живет отдельно от семьи. Он вызвал полицию и сам поспешил на помощь. Но не успел. Мать все-таки несколько раз вонзила нож в собственного ребенка. От множественных ножевых ранений девочка скончалась. Сама мать жива. С проникающими колото-резанными ранениями она в реанимации. Полиция приставила к подозреваемой охрану. Следствие сообщает, что семья считалась нормальной. Это подтверждают и соседи. А вы не слышали никаких признаков борьбы? Нет, нет. Вот именно что нет, не слышали. А жили-то хорошо семья-то? Нормально. Спокойно, такая девочка хорошая и мать. Я никогда за ней не замечала ничего. Адекватная эта женщина была, домохозяйка, она нигде не работала. В следкоме говорят, что отец заботился о девочке, а мать, хоть и стоит на учете в специальном медучреждении, агрессии к окружающим не проявляла. По факту убийства девочки возбуждено уголовное дело. Следком проверит и органы профилактики, все ли меры приняли должностные лица, чтобы защитить дочь от потенциально опасной матери.